Всем привет, дорогие мои! Я не могу откладывать то событие, которое произошло у меня буквально вчера, поэтому выпускаем влог с моих соревнований по бальным танцам сейчас. И я вам все покажу и расскажу. Приятного просмотра! Всем доброе утро! А знаете, сколько время? 5 утра! А знаете, куда мы идем? Мы идем на соревнования бальных танцев. Ой... А знаете, почему так рано? Потому что мы на паркете должны быть в 8 с чем-то утра уже танцевать. Это просто прелестно, когда я об этом узнала. Повезло, что конкурс проводится просто совсем рядом со мной. И мне даже не надо никуда ехать, а просто дойти пешком. Приятный бонус. Ужасный холод и гололед. Елки стоят. У людей Новый год. Я поспала где-то, наверное, часа 3. Я не могу засыпать раньше 12, особенно когда вы какие-то мероприятия, перед которыми я немного переживаю. Мягко сказать, немного. Вчера я целый день всем компостировала мозг, что нервничаю. Я не знаю, как с этим быть. Потому что на сцену, когда выходишь, ты знаешь, как с этим быть. Со своими нервами я миллион раз это... делала и знаю, как с этим бороться. А тут непонятно. Ну, в целом, расслабьтесь и получите удовольствие, называется. Мы сейчас, кстати говоря, будем собираться в номере Артемия. Приедут девочки мои, будем делать прическу, макияж. Ну, в общем, будем все показывать, рассказывать. Все, заходим. Надеюсь, там Артемий сейчас свалится с кровати, когда мы ему позвоним. Привет. Привет. Да, это все на месте. Партнер мой, он сам пригласил, говорит, давайте у меня собирайтесь. Он очень добрый, да, сердобольный человек. Настоящий путь. Да. Лена проснулась. Мы понарошку собрались. Мы вот решили... Ну, чуть нам не спится в воскресенье. Да. Придумаем мы какой-то конкурс. Да. Ой, ты смотри, сколько елок-то. Боже мой. Так, а тут нету звонка. Доброе утро. Итак, товарищи, я превратилась в больницу. Та-дам! Никто меня не узнает. Ну ты рада? Такая, да, ты 7:24 утра, я сказала. Да. Юлия Санчева. Пришла я к вам на конкурс. Спасибо. Размялись, я уже вся просто была в мыле. Там вон люди профессиональные.
41 и 42. Это наши три сингла первые. Вот надо их помнить. 15-го юбилейного турнира Moscow Bowl 2022. Я уверен, что вы сможете никого, очень громко ходить друг друга и всех участников, которые сегодня будут выступать. Танцующихся. С этим сделать не могу. Мне надо не обращать ни на что внимание, делать с удовольствием и все. Как только я начинаю вот это, все. Да. Ну это для меня очень сложно, потому что я первый раз сегодня выходила. Мне все понравилось. Спасибо, было, конечно. Девочки, было, тебя было. Очень, да, вообще, там очень. Все, конечно. Даже когда я откидываюсь назад в румбе, и ты меня там придерживаешь, ты меня так сильно там держишь, такое ощущение, что ты не хочешь, хочется, чтобы ты меня немножко приспустил туда, как будто. Или ты боишься? Я растягиваю по музыке, чтобы это постепенно было, а не сразу. Поняла. Andare a sempre di più.
жарить собак. Besos desnudándome la piel. Las flores de tus manos no puedo rescatarlo, no sé cómo se hace. Corazón enamorado, esclavo de tu amor. Vagabundo que agoniza de dolor. Al pasar las noches en mi tumba soledad. Большое спасибо, танцевальный клуб. Под номером 309 у вас замечание по фигурам в танце ча-ча-ча, танце самбо. Уже в двух танцах. Итак, мы с вами продолжаем. Я приглашаю танцевальный дуэт исполнить свой следующий танец. Румба. Челлендж. Ча-ча, самба, румба. Первое место в результате трех танцев ты получила. Класс. Все, други мои, мы отстрелялись. Как сказал Артемий, я думал, будет второе или третье, чтоб ты не расслаблялась. А, кстати, да. А получилось первое. Я тут все высказала в номере. Все, я три танца, поэтому первое место. А я еще хочу с тобой разбор полетов устроить. Это когда мы будем говорить с тобой, все просто обсуждать, все, что я думаю, там это мы сделаем. Обязательно. Мне камеру. Ну там я буду говорить, значит, вот это мне понравилось, вот это не понравилось, здесь плохо, конечно, здесь хорошо. Да. Я думаю, надо так. Я думаю, ну а надо... что ты не в камеру? Давай в камеру, а что такого? А, разбор полетов на камеру. Да. Юля, ты самая лучшая. На камеру так неинтересно. Нет, это все за дверью. Внутренние нюансы за дверью. Ну для первого раза, короче говоря, ну... Правда, молодец, Юля. Ну, я второй раз поняла просто, как это все выглядит, что там происходит, поэтому я собралась. Я сейчас лопну от эмоций вот этих, ну, положительных. Ну, не надо. Я очень рада, что вот так все произошло. Хорошо, что мы в тональнике. Ну, у меня день-то не заканчивается. Я тут должна еще рекламу снять. Вот это все смыть, все вот это. Тут просто... Каска на голове. Зато все красиво сияло.
Поэтому сейчас я дома все это смываю, снимаю и заново крашусь. И делаю укладку. У меня такой нервный смех, потому что я 3 часа-то спала только. Ну вот Артемий тоже. У него еще вчера тоже соревнования были. Мне кажется, прекрасное зрелище. Я специально засниму для вас. Такой боевой раскрас. Я тоже вспоминаю, как мы в детстве тоже ехали в метро, а потом после конкурса такие боевые раскрасы. Даже вот это вот все укладки. Все это мое детство. Очень так вдохновляет. Спросите, какое мое ощущение и впечатление. Я, с одной стороны, в эйфории, а с другой стороны, я ничего не хочу делать, хочу лечь и все, чтобы меня никто не трогал. Но мы должны делать работу дальше. Вот вы меня все спрашиваете, что-то, вот, ну что вы там, ну что, у вас там праздник вечный. Вот такой он праздник, ты за все должен платить, за праздник тоже надо платить. Своим невысыпанием, здоровьем, нервами. Я так перенервничала в первый выход сегодня, что просто, я не знаю, я похудела, наверное, 5 килограмм. А уже во второй выход я там это, провела с собой беседу, работу в голове, и все понятно, все, и поэтому первое место. А потому что все зависит от головы, что в голове, то и в ногах, и в руках, и так далее. Самое главное — разобраться в своей голове. Сейчас я надеюсь, я разберусь в своей голове, под душем стану и разберусь.